Сегодня в Ульяновской области стартовал сезон весенних сельскохозяйственных ярмарок. 6 тематических фестивалей в течение месяца пройдут в разных районах города. Съемочная группа «Ульяновской правды» побывала на фестивале мяса и мясных изделий, куда ранним утром прибыл и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Смотрите, с указом президента Российской Федерации 2010 года мы должны с вами строго руководствоваться доктриной по продовольственной безопасности Российской Федерации, аналогичной доктриной продовольственной безопасности Ульяновской области. И это для нас важно, прежде всего, с точки зрения независимости, продовольственной независимости. В ярмарочной торговле приняли участие различные сельскохозяйственные предприятия, крестьянские хозяйства, потребительские, кооперативы, областные предприятия, пищевой и перерабатывающей промышленности. И продукция очень пользуется спросом, потому что это очень вкусно, это очень качественно. То, что я всем желаю, чтобы у всех такая продукция была, чтобы люди могли покупать. Во-первых, это оптовые цены, доступны для людей. А для чего мы здесь стоим? Только для людей, конечно, мы здесь и стоим, чтобы люди радовались и покупали. Несмотря на пасмурную погоду, тысячи ульяновцев пришли сегодня на мясной фестиваль. Веселая музыка, танцы, песни, угощения и полные прилавки с различной продовольственной продукцией. Проснулась в 5 часов утра, в 6 уже из дома вышла, в 7 была на ярмарке. Так, пришла мясо купить, купила. Главное, из деревень, свежая продукция. Вот. Много уже купили? Купила много, да. Вот целая сумка стоит, все довольны. Видите, сколько народу? Все покупают яички, мясо, разные продукты, да. Помимо мясного фестиваля в области также пройдут рыбный фестиваль, фестиваль хлеба, крупяных и колбасных изделий, фестиваль овощных солений и маринадов. Завершатся весенние ярмарки в апреле предпасхальным фестивалем, который пройдет в Ленинском районе нашего города. Кристина Жакот, Павел Макаров, новости Ульяновской правды.